Добрый день, друзья! Этот ролик для осознавания. Для осознавания тем, кто не может найти свой жизненный интерес. Очень часто к нам обращаются люди, которые говорят, вот у меня тяжелое там какое-то заболевание, неизлечимое или тяжело излечимое, и начните, вылечите меня, спасите, сделайте за меня. И первый вопрос, который мы задаем, товарищ, а зачем тебе здоровое тело? Вот что ты будешь в нем делать такого, чего ты не делал в нем, когда оно было здорово? В чем интерес твоей жизни, да? И первые, конечно, идут с фразы типа «я там буду путешествовать», «я там буду ходить», «я там буду с детенком играть», я там». Но на повестке дня оказывается, что это «я там» заканчивается. Ну ладно, 3 дня дается тебе и дальше. И душа дальше ждет. Зачем тело? И следующий ответ, который мы получаем, человек говорит, ну, я не знаю, зачем мне тело, придумайте за меня, зачем оно мне может быть нужно. Вот есть человек, и он говорит, придумайте за меня, зачем мне это надо. И вот есть мы, которые смотрим и говорим, хорошо, человек, давай, мы придумаем за тебя, что тебе надо. Мы придумаем тебе там тракторный завод или шахту какую-нибудь, и ты там будешь кардебалет танцевать. И человек тут же, не-не-не, меня не устраивает тракторный или кардебалет. Так чем отличается вот это вот придуманное от кармы? Бог смотрит на это и говорит, чувак, я тебе дал карму. Ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты не знаешь, что ты будешь делать в этом теле. Вот для тебя я специально написал полностью неосознаваемый сценарий. Ты не осознаешь, ты просто вот сейчас закроешь глаза, инкарнируешь, и не надо тебе здоровое тело. И у тебя начнется новая жизнь. Детям все интересно, у них глаза горят. Им интересны букашки, им интересны травинки. Потом дети подрастают, им интересны девочки, мальчики. Потом еще подрастают, им интересны машины, квартиры, тусовки. А потом... Потом интерес угасает, 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 и вместе с ним приходит заболевание и приходит старость. Чем меньше интереса к жизни, тем ближе старость, и тем быстрее развиваются болезни. И если вы хотите остановить время и развернуть его вспять, и сказать, нет, я не хочу старости, я не хочу болезней, тогда вот эту часть... Вам придется придумать самостоятельно и найти, да где все-таки... спрятан интерес в вашей жизни. Потому что когда придумаем мы, это то же самое, что придумал за вас Бог карму. Подумайте над этим.